Привет всем! С вами Лига Мэджик Варс. Сегодня у нас начало большого марафона. До середины лета, в общем, майская акция стартовала. Сейчас пройдемся на форум, посмотрим подарки. В общем, питомца внутри игры еще нету, есть только одна его картинка, поэтому ждите. Ждите, скоро появится надпись о том, что будет скидочка, типа с 33% с шансом x2 выпадения питомца, и вот тогда, возможно, появятся новые плюшки. Ну а давайте сейчас на форум будем вместе читать, так как на заднем фоне у вас уже есть. Итак, биржевой кризис, введение 23 апреля. В общем, молодцы. Я вообще ждал, что будет позже акция, однако сократили инопланетное вторжение на несколько дней. Поэтому не все успели выкупить подарки, не все вытащили. Ну, в общем, очень печально. Очень печально. Ну, ладно, это так бывает. Итак, что у нас на биржевом кризисе? У нас на биржевом кризисе финик. Финик просто офигительный. Попытаюсь выкупить хотя бы на один уровень еще. Печка. Я просто, ребят, я в шоке. Я когда увидел, это просто трэш. То есть, вообще я ждал позитронный ускоритель. Но, видимо, его многие либо выкачали, либо посчитали, что этот бонус никто качать не будет. А печку, соответственно, качать будут все. Так что ждите большое количество донатов. Печка будет улетать просто на ура. Ну, торгон. Так себе, скажем, все своеобразно. Смотрите, Бендер качать, не знаю, буду, не буду. Десятый есть, нормально, его хватает вполне. Выше качать его не знаю. И, как бы, ну не знаю, кристаллоид, ну не знаю. Кристаллоид это, ну, кристаллоид уже, знаете, это уже, как бы, старая, так скажем, тема. Это в основном для тех, кто содержит, соответственно, или имеет трон. Ребят, те, кто трон, ну... По крайней мере, ни один, ни второй, получается, не появляется у нас в подарках, выкачать надо. Ну и, соответственно, клетка, как стандарт, это у нас нормально, появляется на биржевом кризисе, с нее, ну, то есть, качайте, пожалуйста, она, как бы, ну, она нужна, то есть, у тех, кого нету, хотя бы сколько-то оставьте, ну, нулевую клетку, там, первую вы можете выкачать. И броневик, броневика в подарках не было года три уже, то есть, ну, так что... Тех, у кого его нету, кто-то начал играть, пожалуйста. Итого, получается, что на биржевом кризисе у нас полное лютое задротство за рубины. Соответственно, у меня минимум три вещи, которые я хотел бы поднять хотя бы на один уровень. Это финик. Это печку и клетку. Хотя бы на один уровень. Хотя бы, вот честно, хотя бы. Ну, я думаю, что у меня ничего не получится. Ну, ладно, там уже посмотрим. Ну, олигархи пусть бьются. Появляется еще один у нас, еще один веселый, прикольный. В общем, появляется XXL UFO Mark. Симпатичный, фиолетовый, очень красивенький. То есть, соответственно, теперь дает не только щит, сотню, которую, соответственно, платину давал предыдущий, но теперь дает еще характеристики плюс 25, то есть постоянное добавление характеристик. Ну, что я тебе могу сказать? Донаты, ну, еще выше будет, еще сильнее, то есть будет биться на верхнем уровне. Ну, ладно, ничего страшного, то есть было 4, станет 5. Ну, соответственно, ждите, будет у нас... Ледяной трон, мега Уфо, 700 052 3, в общем, что-нибудь типа такого будет. Ну, посмеемся, посмотрим уже на зимнюю акцию. Так, распродажа, ну, 33 есть. Вот, Злобоглаз, прикольная, интересная вещь. В общем, качается именно до 10-го, ребят, уровня, до 10-го. Сильнейшая генерирующая с 12 уровня, ну, как бы, да, кто прокачает, тот молодец, тот вообще просто супер, но надо докачать до 10 уровня, так что считайте, что марафон у вас на подарки открыт. Не забывайте, что первая волна, ну, очень плохо падает питомец, качается в основном с средних подарков, мелкие подарки, пожалуйста, ну, не покупайте, потому что с них ничего вы не получите, ну, кроме звезд. Много звезд получите. Это единственное, что вас порадует.
Смотрите, прикольно. Гипноз противостоит забыть одну из главных способностей до конца боя. То есть, соответственно, если вы, у вас много активных способностей, да, то есть вы потеряете какую-то одну. Допустим, а если у вас стоит одна реанимация, ну, то есть, или стоит там одна лунная призма, то ждите, что ваши способности просто не будет. Так что Злобоглаз прикольный, интересный, по крайней мере, уничтожает одну из активных способностей. Он бы еще питомца гипнотизировал до конца боя, чтобы он полностью выходил из строя. Вообще бы просто жесть была. А так, только временно он в бою ее замораживает. И интересно, это все-таки питомец, который будет летать и бить? Или это дистанционный питомец? Вот что меня интересует. Но скоро увидим, как только появится скидка в 33%, появятся питомцы у наших биржевых магнатов. В общем, и оттуда будем их вытаскивать. Как-то примерно так. Да, сменили колесо фортуны, сменили на робокота. Так вот сказать, спасибо вам, товарищи разработчики, что я не вытащил ни одного робо-диджея за всю игру. Молодцы, весь год, можно сказать, впустую. Просто супер, просто молодцы, чего не могу сказать. Но про манускрипт говорили уже многие. То есть, да, манускрипт, ребята, хорошая вещь. Ну, то есть он нужен. Робокота у меня 6-й он уровень. Я его даже не вытащу. Ну, как обычно. То есть я буду крутить манускрипт. То есть это говно мне просто и даром не нужно. В подарках я бы еще его посмотрел. Но в главном призе просто, чтобы он 7-й был. Ну, то есть у меня, ну ладно. У многих он выкачан в топ и даже не будет, наверное, стараться. Но манускрипт надо качать. Неплохо дает бафик. То есть все нормально. О, клубный, кстати, да, появился нефтебабл. Ну, с клубов, я не знаю, знаете же, да, что лучше тусоваться в клубе за 3 и получать звезды, чем тусоваться выше и получать ничего. Суперприз выпадает очень редко, то есть почти нереально редко. Так что не знаю, если повезет кому-то, будет качаться нефтебабл. Но, скорее всего, нет. Но тут классная вещь у него, вот, ребята, она, соответственно, идет на 19 уровне, эйфория. Ну, такая, скажем. Ну, единственное прикольное. Все остальное так себе. То есть тут надо все смотреть. Так, векселя прошли. Формулы усилений, да, добавили. Клуб добавили. Так, турнирчики. Так, и вот, смотрите, улучшение музмехов. Теперь, когда вы будете юзать модуль, то есть, соответственно, допустим, прицел, да, раньше отключался на рухи, допустим, катар. То есть нельзя было этого сделать. Теперь вы можете использовать и то, и другое. То есть, допустим, вы можете вылечить музмех, кинуть каку сразу же одновременно и тычку поставить, то есть типа такого. Или ставить волну, катар и, допустим, сверху поставить прицел себе на того человека, которого хотите ударить. То есть теперь это, ну, классная вещь. Теперь очень выгодно иметь 5-й прицел чисто для себя. То есть не для кого-то другого, а именно для себя. То есть представьте, теперь вы можете что сделать? У вас есть волна, у вас есть катар заряженный и у вас есть прицел. Теперь, моделируя всю эту ситуацию, вы можете нанести сверху по какому-то музмеху плюс, соответственно, 20% урона. Это, говорю, это чисто для себя, это чисто прикольная вещь, как раз для усиления своего меха. То есть, типа такого, допустим, ну и тот же самый преобразователь. То есть, тоже заюзал его и сразу же в бой, можно так сказать. То есть, поэтому катар можно теперь копить, соответственно, накопиться и ждать зарядки модуля. Но они там заряжаются в один, получается, в один момент, так что ждите волны с усилением в 20-25%. Все зависит от прицела. Прикольная вещь. О, я заработал тут. Да, я тут бьюсь, я тут стараюсь, я весь вот прям вообще, прям убиваюсь. 7000. Так, выполнил. Ну ладно, это я потом посмотрю. Давайте зайдем. В общем, до 9-го, ребят, до 9-го, то есть скидка 33, ну, там появится за несколько дней. Так что давайте бьем за векселя. Здесь я выкуплю, на 3000 звезд я выкуплю первых подарков, хотя бы чуть-чуть. Ну, то есть пусть они у меня будут. Вообще 3500 желательно. Да, биржевой кризис уже уехал. Жалко, конечно. Ну, ладно. Ну все, будем ждать, будем качать. В общем, как оно будет, ну, неизвестно.
Ну а мы будем бить у наших добрых. Где мои банкиры? Где мои банкиры классненькие? То есть, ну, будем ждать, он у них появится, ребят, появится этот глаз. То есть сейчас его пока, ну, то есть нету там нефтебаблы, гориллы, всякая фигня. Ну, то есть, ну, я думаю, что глаз появится и будет очень весело. Ладно, все вроде рассмотрели. Итак, давайте вернемся еще раз к самой бирже. Что же есть? Итак, я буду качать, ребят, я буду качать в гараж. У меня, соответственно, не хватает, у меня финик, хотя бы еще бы один уровень мне бы выкачать. Лучше, конечно, два, но я боюсь очень донатить в эту игру, то есть так что, ребят, я, скорее всего, не буду этого делать. Я поругаюсь, поматерюсь, но вот так оставлю. То есть финик, дальше у меня получается клетка 17 уровня, мне же желательно бы еще один уровень, чтобы еще слот один открылся. Это даст мне хотя бы какой-то еще баф, ну, то есть и к питомцам, и ко всему. Ну и печка у меня полное фуфло, 4 уровень, то есть желательно бы еще 2 уровня у нее поднять, то есть соответственно 1 уровень финика, 2 уровня печки, и, ну не знаю, рубинов надо штуку где-то, ну у меня не будет столько, ну я не знаю, что я буду делать, ну хотя бы за бесплатки буду вкидывать, там посмотрим. А так у нас 15 дней на биржевой кризис, 15 дней, чтобы вы выкупили все подарки за бесплатки, все. Я уже один вот купил, открыл основной подарок, то есть мне выпало там 200 этих. Ну, нормально, в общем, выпало, не жалуюсь. Ну, все вроде. Биржевой кризис стартовал, ребята. Основная акция на ваши донаты сейчас идет. Ну, те, кто начал буквально играться недавно, то есть 2 года, это ваша акция, это ваш броневик, это ваша печка. То есть все, сюда, все, люди заходим массово, нажимаем кнопочку, говорим, хочу задонатить. И все, ребят, давайте, 15 тысяч рублей все закидываем массово. Ну, сейчас там затроны, конечно, бьются, но это не про нас, это не про простых игроков, так что будем, там мы будем посмотреть. Ладно, всем счастливо, ребята, всем пока. С вами был Доктор.